В мае, гуляя с малышом в парке или в лесу, найдите в тени деревьев полянку ландышей. Расскажите малышу, что ландыш – это скромный лесной цветочек. Всю зиму ландыш прятался в маленькой луковичке под землей, а потом весной выпустил стрелочку. Из стрелочки появился листочек и стебелек с цветами. Листья у ландыша крупные, длинные и гладкие. На тоненьком стебелечке появляются красивые маленькие белые цветочки, похожие на колокольчики. Ландыш цветет совсем недолго, 10 или 15 дней, а потом цветочки опадают. И на их месте появляются круглые красные ягоды, очень ядовитые. Ландыши рвать нельзя. Ими можно только любоваться и вдыхать их нежный, тонкий аромат весны. Познакомьте малыша и с другими растениями вашего леса или парка.